Всем привет! Вот мне приехала еще одна посылка. Это от Дзихана. Здесь у нас Electrocenta Mandibularis. Потом Brachymyrmex какая-то с Америки. Маленькие с Америки я себе был взял. И образцы. Тепленькие. Утеплитель. Блин, я его разрезал. Жаль. Нужно было осторожней. Ну, в Германии сейчас холодно. Так, что у нас здесь? Это у нас образцы мне. Здесь тоже образцы. Но почему-то вот что здесь. Красавицы. Electrocenta Mandibularis. А я что-то не понял, почему так много. Так, здесь это что-то маленькое, это, скорее всего, мой Brachymyrmex. Или что это? Да, это Brachymyrmex. Мелюзга. Что-то с Америки. Так. Здесь еще. Я хочу правильно в палец засунул. Это у нас... Тха, я даже не знал. Paganomyrmex rugosus. Я не знал, что еще что-то заказывал. А это что у нас? Еще Electrocenta Mandibularis. Так, это все. Все живые, все здоровые. Все родичи арбузовые. Тогда я этого гиганта Brachymyrmex. Что-то не понял. Королева и самец здесь. Смотреть будем. Так, ругозуса нужно переселить. Это я так и не понял. Это три рабочие и это королева, скорее всего. Понятненько. Ну, на этом пока все.